Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Ну и чем же дополнить брючный ансамбль? Посмотрите, обратите внимание на роскошную блузу Оксана. Это лимитированная коллекция от бренда Benitra Bini. Вы знаете, как только я надела эту блузу, я сразу же получила море комплиментов. Да и вообще себе очень понравилось отражение зеркала. Посмотрите, в лучших традициях Dolce & Gabbana кружевом, сетчатое полотно, ажурный низ нашего изделия. И все это сочетается еще и с комфортным кроем. Трапециевидный крой, трапециевидного кроя рукавчика. Рукавчики дают гарантию в том, что именно эта блуза подойдет и вам. Неважно, каким типом фигуры вы обладаете. Помимо всего прочего, конечно же, хочется сказать и про высочайшее качество производства данной модели блузы. Кружево, тончайшие работы, будто ручная работа, вышивка шелковистая нитями. Снаружи очень красивый декор. Мне он так нравится. Блуза выглядит богато. Ну и внутри, посмотрите, как аккуратно выполнено это произведение. Очень все деликатно решено. Но здесь еще есть и второй слой из вискозной эластичной ткани, которая будет как раз и обнимать ваше тело, дарить вам комфорт и дыхание. А значит, красота теперь не требует жертв. Ну, я смотрю на тебя и понимаю наших телезрителей, невозможно удержаться от покупки. Поэтому за прошлый эфир было продано более 200 штук. Мы собрали все остатки, надеюсь, на этот эфир хотя бы нам хватит. Ограниченная партия блузы Оксана. Лидер сегодняшних продаж, цены со скидками на новинку представлены только в прямом эфире. У вас есть один шанс сэкономить и настолько шикарным образом преобразиться. Давай выберем цвет. Вот, может быть, будут рекомендации у тебя, кому какой. Ты знаешь, Олечка, на самом деле эта блуза во всех цветовых исполнениях хороша. Выбирайте тот, который вам больше всего нравится. И посмотрите, бордовый выбирает Светлана, сочетая с юбкой. Я выбираю цвет золота в заказе, сочетая его с брюками Инесс. Ну и Татьяна выбирает серебро. А еще Оля нам принесла зеленый оттенок, изумрудный в заказе. Так, 4 цвета на выбор. Смотрите, бордо, золото, серебро и изумруд, который я сейчас вам принесла. Посмотрите, ручная работа, как все переливается. Вы посмотрите, какая интересная здесь вышивка. Необычная, правда? Вы знаете, люблю такие необычные вещи, которые всегда хочется рассматривать досконально. Вас будут рассматривать, вы будете яркой, необычной женщиной. И сейчас мы с вами выберем размер. Свет, вопрос такой. Когда мы видим вышивку, особенно на сетчатом полотне, кажется, что это совершенно ничего не тянется, и сложно будет с размером угадать. Ты знаешь, здесь очень хорошая крой. Это бренд Benitra Bini. Трапециевидный крой дает прекрасную посадку по груди и свободу в районе талии и бедер. Помимо всего прочего, хочется отметить и грамотное решение рукавчиков. Они свободные. Посмотрите, я специально вам показываю, как блуза скроена. А сзади, покажу вам позже, у нас эластичная ткань, которая помогает мне двигаться и не сковывает моих движений. Вы знаете, это прекрасное, безопасное, удаленное приобретение. А какое красивое! Это настоящая роскошь, Свет. Знаешь, вот многие телезрительницы не могут себе позволить такие красивые изделия, ну, потому что большие размеры не продаются в магазинах. А скоро праздники. Девчонки, ну, знаете, как обидно женщинам с пышным формами. Мы ходим по магазинам, ищем что-то особенное, ничего особенного нет. Все такое балахонистое, какие-то мешки продаются и говорят, что а на вас ничего другого найти невозможно. Но на шоп-н-шоу эксклюзивным образом отшиваются вот такие блузы, как Оксана, с идеальными лекалами, созданными для ваших нестандартных фигур. Осталось только дозвониться и осуществить свои мечты. А, кстати, вы знаете, здесь я смотрю, очень много нитей использовано для того, чтобы расшить эту блузу. Расскажи эту технологию. Блуза богатая, красивая, в первую очередь за счет богатой вышивки. Ну и посмотрите еще, какое ажурное решение низа нашего изделия. Кстати, посмотрите, что нити здесь очень аккуратные, как снаружи, так и внутри, гладкие. А, конечно же, это качество, ведь качественная вещь в первую очередь прекрасно себя проявляет
выезжает и с изнаночной стороны. А колодца не будет ни с другой стороны? В случае, посмотрите, здесь внизу у нас второй слой. Вискоза эластичная, мягкая, именно она вас будет обнимать. Ты кружево вообще не почувствуешь. Обожаю такие решения. Угу. Это и модное многослойное решение, и действительно ажурность, которую дарит вам кружева, и полупрозрачные рукавчики. Ах, я уверена, надев эту блузу на себя, вы действительно зарядите себя энергией и желаний. Кстати, я сейчас обратила внимание, полненькие ручки не проблема, там еще запас есть. Поэтому, друзья, смело набирайте номер телефона, и пусть это будет ваша и первая покупка с телеканалом Shopping Show. Пора бы уже познакомиться. Выход в свет. Вы шикарная женщина. И не будет такого, что вы приходите на праздничное мероприятие и видите женщину точно в таком же одеянии, как и у вас. Такого точно не случится, потому что вот эта блуза, она в эксклюзивном варианте, была сшита специально для телезрителей телеканала Shopping Show. В магазинах она просто не продается. Ну и представьте, на праздники. Такие переливы. Мне очень нравится, что вышивка у нас переливается. Все в ваших руках. Действуйте, дерзайте. Ну, давай теперь с тобой вот в чем разберемся. На все ли типы фигур ты посоветуешь данную блузу? Если грудь большая, не будет ли она натягиваться в районе груди? Вот, хороший вопрос. Посмотри, пожалуйста, дизайнеры все продумали. Здесь очень лаконичное и правильное решение. Здесь А-образный трапециевидный силуэт, который дает прекрасную посадку по груди. Тут есть выточки и свободу в районе талии и бедер. А сзади, посмотрите, у нас эластичный материал, который подстраивается под ваши движения, ни в коем случае не сковывает. Вам свободно, вам комфортно, и при этом тело дышит. Со всех сторон эта блуза хороша. И обратите внимание, конечно же, на рукавчики. Они также имеют трапециевидный крой. Это безопасная удаленная покупка для тех дам, кто переживает. Не переживайте, ваши ручки будут чувствовать себя изумительно. Угу. Также ажурное решение прекрасно открывает ваше тонкое запястье. А еще мне нравится, что эту блузу вы даже можете носить и с пояском, если так захотите. Слушай, а длина какая у нас здесь? Длина выигрышная. Обожаю такие решения, ведь именно с обтягивающими брюками такой длины блузу и нужно носить 80 сантиметров. Но при этом она прекрасно сочетается и с классической юбкой-карандаш, которую вы сейчас видите на свете. Выбирайте. Блуза действительно выручит вас. На любом торжестве каждый раз вы новая, нарядная, праздничная, с брюками, с юбками, с ремешком и кулоном. Да, вы действительно достойны самого лучшего.